блин, за рот. Уважаемые зрители, второе отделение готово начаться. Просьба вас занять свои места. Если ты, блядь, сидеть по центру посмотришь, там видишь, там типа, да, это земля поворотов или что-то там. Страна Я смогу осуществить свой план.
За голову полмиллиарда я вел себя плохо, но вовсе родился пиратом. О! Что за страшные звуки ты извлекаешь, чувак? Не мозоль мне уши, пойди чай скушай, а? Японские рассказы применяем, но без масла заливать изами пол. Года мульта без перевода после литра. Не прочитаешь субтитры, звуковые фильтры. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. Наруто, Нана, ты боёл. 365 дней на измене в году. Как воду пьем, воду и ждем. Очень-очень много новых серий аниме. Купим деньги, чтобы всех потерять на этом дне. Аниме, как много бес. Приехала на тест.
Аниме, для тех гест, для всех найдем мы мест. Аниме, как много гест, приехала на фест. Аниме, для тех гест, для всех найдем мы мест. А кто меня завтра найдет в алых парусах, вероятно, получит мороженое. Пока! А я придумала! А, здрасте, второе отделение. Привет, не здоровались еще. Так, значит так. Чего-то вы рассредоточились так это вам. Вольно, каждый на трех стульях одной попой. Неправильно. Надо сгруппироваться и греться друг об друга. Дышать, тесно знакомиться. Обычно это на аниме-фестивалях делают, разве нет? Тесно знакомиться. Вот. Незаметно, сказал грустно. Один мужской голос сказал «да», другой грустный мужской голос тихо сказал «незаметно». Знакомьтесь заметнее, это же очевидно. Все будет окей. Так, я придумала, как все улучшить. Во-первых, я постараюсь относить микрофон подальше, когда я громко говорю. Все ради вас! Клево. Скажи просто людям, что будешь меньше орать или больше относить микрофон, они рады. Клево. Так вот, я придумала, что сделать, чтобы улучшить Акрос. Я придумала, что сделать, чтобы улучшить фестиваль. Я придумала, что сделать, чтобы захватить город В, префектуру В. Эль Палаццо будет мной доволен. Мы все сделаем, все будет круто. Он меня наконец полюбит. Нет, не на сцене, нет, 12+. Напоминаю. Видите что-то непотребное? 12+. И никаких непотребств на сцене вам казалось. Так вот, что надо сделать? Надо взять кучу фэндомов. Разных, вообще никак между собой не связанных. Чтобы было, например, какой-нибудь фильм. Ну там, например, не знаю, ну, например, это не объявление, предупреждаю, не объявление на следующей сцене. Например, там, «Мстители». Добавить туда, например, «Чебурашку». И, значит, это как-нибудь еще, сейчас скажу, чтобы же нам туда-туда добавить, надо туда добавить «Спокойной ночи, малыши», значит, «Хрюша», после «Железного человека». Все хорошо. И потом завершить это вокальным номером, в конце которого будет финальный танец. Так делать нельзя. Можно, подожди. И это будет просто суперпродукт. Тебе от меня не уйти. Нет, меня от тебя, во-первых, уйти. Во-вторых, тогда это будет отсюда. Совершенно точно суперпродукт. Нет такого продукта. Ну вот, нет такого продукта. Никогда больше не будет такого продукта. Гениального, да, конечно, бред. Доктор Ху. Москва, Зеленоград, Воронеж. А где остальные? Воу, я не понял. Воронеж. Владимир. Киров. Такая. То есть Одинцова такая. Ладно, начинайте уже, что вы ебо. Вот микрофон. I'm gonna bury you in the ground. La da 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 da. I'm gonna bury you with my sound. I'm gonna drink the red from your pretty pink face. I'm gonna. Stop it! Здесь будет мой акустический концерт. Но здесь же никого нет. А мне стоит только начать, и все сами появятся. Обычно случается наоборот. Что происходит? Марселина, твоя музыка вызывает демонов! Нет, это моя публика!
наконец-то припарковался. Эти регенерации меня добьют. Так, уши на месте, нос на месте. Я все еще мужчина. И я все еще человек. Можно выдохнуть. Ух ты! А внутри она все-таки больше, чем снаружи. Дико мы. Сейчас посмотрим. О, доктор! Наконец-то она нашлась! Только что-то как-то изменилось за лето. Доктор! А это еще кто такая? А у меня тот же вопрос. Я спутница доктора. Самая верная и любимая. Правда, доктор? Ну, это же было две регенерации назад. К тому же я оставил тебе свою руку и сердце. Сердце? Ну, с сердцем это, конечно, перегнул, хоть у меня их и два. Но руку оставил точно. И вправду нашлась. О, это же я. Ну, как поживаешь? Смотрю, спутницу новую нашел. Хорошенькая. Чего? Да у тебя тоже ничего. Сам выбирал. Что? Девочки, не ссорьтесь, это я так спасал, то снова появилось зло. Доктор, ну вот мы и встретились. Уничтожить! Уничтожить! Так, стоп, вы же меня забыли, вам Клара память стерла. Ну может кто что и забыл, а я все помню. Уничтожить! Домохозяйка с миксером и вантузом. Очаровательно. Что ты и сделал-то? Ну, расу почти уничтожил. А конкретно ей вроде ничего. Я вообще такой вид впервые вижу. Вот в том-то и проблема, что ничего не сделал. Ничегошеньки. Уничтожить! Так мы здесь, чтобы решить твои будущие проблемы. Ага. Дамочка, мы не знакомы. Блаженный лязг и скрежет механизмов, издалека ласкает уши мои. За милю чую я аромат машинного масла. Слава роботам! Ту-ту-ту-ту-ту! Киберкоролева! Мы же с ней уже сражались! Скоро все люди на Земле станут киберлюдьми, моими подчиненными. Вижу, процесс уже пошел. Топорная работа, но на запчасти сгодится. Да как ты смеешь? Уничтожить! Уничтожила бы, да руки марать неохота. Ко мне, мой электронно-механический раб. Я электроник. Сын советской электронно-вычислительной машины и фантазии советских школьниц. Слава перфокартам! Что прикажете, госпожа? Вот оно, пупырышка, просит ее уничтожить. Запчасти можешь забрать себе. Слушаюсь, госпожа. О, человекоподобный андроид, я ждала тебя всю свою жизнь. Давай же будем вместе. О, прекрасный, женоподобный кухонный комбайн. Госпожа, я нашел полезную в быту любовь всей своей жизни. Я ухожу. Я видела хипстера! Лови его! Он полюбит мою музыку! Дневник Алисы Селезневой. Шел день 125-й. Я все еще не знаю, где нахожусь и как отсюда выбраться. Нашла двух мужчин и трех женщин. Мужчины синхронно думают о женских молочных железах. А женщина в красном думает о сумочке красной. А женщина-брюнетка думает о женщине-блондинке, что та самка собаки. Женщина-блондинка думает о том, у кого из мужчин больше помехи, помехи. О, вот где я тебя оставила! Алло, куда? Это наша Тардис. Ха!
Как бы не так. Я доктор из будущего. Что, съели? Моя публика! И никак вам разбежаться. В нашем косплей-шоу никогда не бывает никаких неожиданных поворотов. Никогда не ломаются декорации. Нет никаких потерявшихся косплееров и перестановок программы. Билеты стоят очень дешево, и вы хотите заплатить больше. Смотрите ей в глаза. Смотрите ей в глаза. Слушайте, она уже, по-моему, и на меня начинает влиять. А-а-а, какая ковальная штучка! Но! Меня это не интересует! Дура! Ах так? Ну тогда он загипнотизирует тебя! И ты превратишься! Нет, не превратишься, режиссер сама, простите! А сейчас у вас покемоны. Калининград, Брянск, Москва, Ставрополь. Какая сволочь мне звонит на мобильный телефон? Представьте себе такое место, где обычные домашние питомцы становятся настоящими боевыми машинами. Представили? Добро пожаловать в Академию покемонов! Ух, наконец-то я добрался до этой школы! Может быть, хотя бы здесь меня примут нормально! О, новенький! Что стоишь на дороге? Быстро бегать умеешь? Или челюсть лишняя есть? А как же законы гостеприимства? О! Да это же Пикачу! Самый известный покемон в мире! Что он тут делает? Простите, а можно ваш автограф? Чего? Ой, обознался. Только не бейте меня. Не бойся, я безобидный. А как же это? Это? Желтый нынче в моде, знаешь ли. А ты вообще кто такой? Я новенький, не успел прийти, а меня уже побили. Это так оставлять нельзя. Пойдем со мной. Где мои ложки? Сколько раз говорить? Не трогайте мои ложки. Ложек не существует. Весь твой мир обман. Дай сюда. Привет, ребята. Знакомьтесь, это наш новенький. Привет, милашка. Эй, дай пять. Давай лучше обнимемся. Нас, кажется, так и тянет друг к другу. Детка, да ты просто космос. Если когда-нибудь захочешь закадрить девушку, делай именно так. А для большего эффекта отрасти себе бакенбарды. Девушки любят бакенбарды. Скоро.
сколько раз тебе говорить, ну не похож ты на росомаху. А знаешь ли ты, что желтый сейчас в моде? Желтый, как мои ложки. Да ты помешана на своих ложках. Можно я? Можно я? Нет времени объяснять. Раздевайся. Стой, что ты делаешь? Ахаха, прекрати. Брат, ты куда опять подевался? О, привет, ребята. А что вы тут делаете? Это наш новенький. Верь не всему, что слышишь. Отдавай все, что имеешь, и спи сутками. Думаю, тебе не стоит упоминать о том, что я тебе сказал. Почему? Тебе все равно никто не поверит. Шай. Брат, не приставай к новичку. Шай. О, пора на занятие. Встретимся здесь, на следующей перемене. Определись уже, или ты на физкультурном, или ты на филологии. Чтение, между прочим, детерминирует вербальную аддитивность. Ты где это вычитал? Кант? Ницше? Букварь? Ничего ты не понимаешь в классической литературе. Эй, хватит прохлаждаться, там новичок еще ходит. Ребята! Вы такие классные! Я так рад, что вы приняли меня в свою компанию! Еще рано! Для начала ты должен победить своих обидчиков! А можно это сделать завтра? Конечно, можно! Прошло 24 часа. Да, как быстро летит время. Эй, новенький! Что, друзей нашел, что ли? Может, я все-таки пойду? Поздняк метаться, дерись. И как ты собираешься нас победить? Со мной мои друзья. Ведь так, ребята? Ребята? Еще идеи? Тогда мы решим эту проблему как мужики. Выбирайте оружие. Вызову Черезарда. Тогда я вызову приступ удушья. А я вызову полицию. Я вызываю Хьюстон. Хьюстон, Хьюстон, ответьте, у нас проблемы. А давайте вызовем Деда Мороза. Ну, мне очень надо. Псайдак, я выбираю тебя. Псай, псай, псайдак. Хочешь по хардкору? Слоупок, я выбираю тебя. Проиграл? Знай свое место, новичок. Добро пожаловать в академию. С посвящением тебя. Вы всегда такие гостеприимные. Да здесь все через это проходят. Теперь это твое по праву. Ура! Наконец-то я добралась до этой школы! Теперь я могу стать сильнее! Говорите, желтый нынче в моде? Сценку лиричную, печальную. Москва, могила светлячков. Встречайте.
Я умер 12 сентября 1941 года. Меня не стало сразу же после бомбежки. Я умирала долго, зимой. Братик, а ты тоже умрешь? И я? Нет, что ты? Я всегда буду с тобой. Не бойся. Смотри, вон светлячки. Светло с ними. Я всегда буду рядом с тобой, как они. Не знаю, изолента. Потрясающе, первый раз такое вижу. Вам нравится? Они делают какие-то кольца. Кольца какие-то, значит, они делают. Это, видимо, все для того, чтобы, ну, интереснее было. А где все? Написи, где все? Где? Почему нет? По-моему, это портал. Синенькая теперь должна включиться. Синенькая есть? Нет синенькой? Потеряли. Одну сломал, другую потерял. Глянь. Чувствуешь силу в классике? Чувствуешь силу Sailor Moon? Почти Сакура. Письма счастья. Уверен, что это не блоки? Вообще варианты есть. Но если это блоки, то эпидемия блох в Воронеже. Так, все, конечно, прекрасно. А пришел человек, лишающий меня воли. Эксель-кун. Хай! Спроси меня, что я делаю. Что вы делаете? Баланс сломал. Что вы делаете? Кошачьи зрачки на полдень подвожу. Получается, вам посвятить силой своей любви! Сила любви? Смотрите, сила любви. Сила любви. Нет. Нет. Ну если вы... Разбегайся кто куда.
Давайте праздничную музыку. Пам-пам-па-пара-па-пам-пам-па-пара-па-пам-пам-па-пара-па-па-пам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 -
Достаточно, спасибо, больно. Аплодисменты. 37 билетов на поезд Москва-Кисловодск, 2 билета на каше и 1 трамвайный. Я же говорил тебе, что надо собирать ресурсы. А ты что собрала? Всероссийский фестиваль, трибуна. Ого! Хорошо, что я ведущий. Это как официальная информация. Перед прочтением съешь. Похвалить? Молодец, дура. Для вас все что угодно. Даже расшварение желудка. Господи, что я делаю? Это же ужас. Что я делаю со своей жизнью? 14 майские праздники подряд. Ну как так можно? Меня мама дома ждет. Папа дома ждет. Брат дома ждет. Супруг где-то в зале сидит. Но я жру билеты. Здравствуйте, меня зовут Хатару. Но я не та Хатару, о которой вы подумали. И не из того мира, в котором меня называют Сейлор Сатурн. И не о тех сейлорах пойдет речь, которых стоит спасать. Речь вообще не о сейлорах. Это история про меня. Но моя королева! Да, у нас тут есть королева. И она не Усаги. И да, у нее проблемы в личной жизни. А вот, кстати, и они. Я старый солдат. Угу. Старо. Харука! Но я не знаю слов любви! И это еще не все проблемы нашего мира. У нас есть Бог, настоящий, но не спешите завидовать. Мое терпение лопнуло. Переделывай Харуку. О, не вставай! Так, чтоб красота и ум, чтоб все при ней, но чтоб фантазия не только на о ми-ми-ми и ня-ня-ня. Ты можешь? Да. Нет. Нельзя нарушать равновесие Вселенной. Не возражаешь? И все так приходят и требуют, а она терпит. Вместо того, чтобы явить, кто здесь главный. Одна из серьезнейших ошибок нашего мироустройства, я считаю. У нашего мироустройства вообще много ошибок. Не со стороны видней. А вот, кстати, и я. Хочешь себе новую Харуку? Ну? Я хочу себе новый мир. А цена не великовата? Когда твое желание исполнится, это уже не будет иметь значения. Забыла. Нельзя, нельзя. И да, еще кое-что. В этом мире нет сейлор-воинов, как и сейлор-братства. Потому что не случилось у Саги его вразумить. Рэй, мне нужен свет. Ща, я огнемет. Покой. И да придет босс, какого нам не дали небеса, и защитит нас от Мичиру. Жми, Минако. Во имя науки. Получилось! Девочки. Ха, девочки, мы конструкторское бюро. Нужно управлять. Да? И это исправит Харуку? А что делает Мичиру? Вы куда? Ты босс, ты справишься. Я здесь босс. А нам в экспедицию пора. Наука там. Мы не с ней. Мои девочки меня бы не бросили. Потому что это не твои девочки. Беги. Ну, я свою часть сделки выполнила. Теперь ты Хатару. Хатару? Тебя здесь быть не должно. Сицуна, ты ведь Сицуна?
С каждой секундой, что ты здесь, все сильнее нарушается баланс между мирами. Скоро этот процесс не смогу контролировать даже я. Что это за место? Почему здесь такие же девочки? Почему нет меня? Что с ними случилось? С ними ничего необычного. Их счастье ближе, но они снова искали его не там. А я могла помочь им. Нет, или рискуешь вернуться туда, где тебя никто не вспомнит. Я отправлю тебя домой прямо сейчас. А девочки? Сначала я должна исправить урон, нанесенный твоим пребыванием здесь. Виновным, конечно, придется понести наказание. Наказание? Сицуна моего мира не наказывает друзей. Им? У них будет шанс исправиться. Ты идешь? Нет, я хочу убедиться, что с ними все будет хорошо. Прости, я не могу тебе этого позволить. Это ты виновата. И подставила нас. Мне стоило догадаться, по чьей указке Мичиру додумалась заказать такую машину. И кто эту машину нам испортил? Подправил. Но зачем Хатару? Сацуна. Когда у них что-то идет не так, она стирает мир и запускает его заново. Вместе со всеми? Каждый раз. Но на этот раз я финала дожидаться не стану. Это мой шанс уйти и создать свой собственный мир. Моя королева, вы плачете? О, Харука, я так настрадалась. А все ты виновата. Меня так утомили эти твои. О, моя королева Мимими, я старый солдат ня-ня-ня, что я сама от отчаяния пошла против Сацуны. А всего-то лишь просила сделать тебя чуточку лучше. Разве бы иначе я могла принять помощь Хатару? Мне было так страшно. Теперь все позади. Я больше ни на шаг от вас не отойду. Ну же, ми-ми-ми. Как? Скажи это еще раз. Музыка ведения, пожалуйста. Здравствуйте. В этой интермедии участвуют. Или Палаццо сам. Это я. Вечная воля великой вселенной. Встречайте. Да, она все видит. Он... Встань сюда, пожалуйста. Встань сюда, пожалуйста. Я стою. Скажи, пожалуйста, ты уроки сделала? Ага. Какие уроки? Уроки? Бах! Ну вот и первая ошибка. Точнее, уже вторая. Несмотря на то, что у нас второе отделение, все равно нельзя убивать главных персонажей. Воскрешаю. Так вот насчет уроков. Значит так, я пошла в магазин, купила хлеб. Съела хлеб, на ужин ничего нет. Пошла в магазин, купила другой хлеб, съела другой хлеб. Поняла, что мне почему-то уже очень трудно ходить. Пошла в магазин, купила третий хлеб. В общем, ты все съела. Да, я все сделала. Бах! Воскрешаю. Так вот, а потом я пошла в бассейн. Воскрешаю. И там, знаете, что было? Я была сама, вам очень понравилось там. Не вставай! Воскрешаю, воскрешаю. Там была Хая, которая была вся такая немножко раздетая. Бах. И... Воскрешаю! И вот она! Значит, говорит, Ильбаланцу сама, вы мне сегодня снились! Бах! Я... Слушайте, ну хватит уже! Это же уже не смешно даже! Повар, все оба! И ты, оживи ее, пожалуйста! 4В, поднимай, повар, со сцены, а ты... А мне надоело!
Ну, слушай, как-то я могу ее унести, но она же пешком быстрее улетит. Ладно. Вот это сделай. Так вот! Пошла вон за сцену! Я отдыхаю! И ты пошел! За кулисы, я сказал! Он удивил меня сейчас! Ему бы не понравилось, что я купаюсь! Молчи! Я должна снять купальник или палатуса! Как у Рэмбо в Воронеж. Даже в таком людном городе, как Токио, ночью в прятки я не играю. Я боюсь, что дьявол заберет меня с собой. Одного важного события, которое произойдет с секунды на секунду. Мне интересно, там звука что-нибудь видно вообще? Там есть я, например? Или не я? А должен быть. О, так развеселей. Ищи ее. Ты нашел ее?
Да. Ну давай, скажи мне теперь, кто он в доме главный? А, какие могут быть сомнения? Ты ничтожный плагиатор. Своих персонажей даже придумать не можешь. Естественно, я автор манги. Скажи это всем в камеру, что ты мне рассказываешь-то? Я автор манги, только и являюсь настоящим творцом из нас двоих. Ты не понимаешь, ты рисуешь черно-белые картинки. Если бы не я... Я режиссер. Кстати, Сонечек, ты вообще открывал мангу? Какую мангу? Я видел сценарий, который я написал. Набишин, я давно хотел тебе сказать. Ты мне не друг. Эксель-сага на самом деле про девушку с блондинистыми волосами. Зачем? Нет. Зачем ты всегда красишь Нет. ее анилиновыми красками? Подожди, ты про которую из двух? Там Эксель, две девушки. Оно называется Эксель-сага. Как ты думаешь, кто главный персонаж? Я. Ты ничтожество и дальтоник. Нет, это ты ничтожество. Ты ничего, кроме, ты, кроме пера, ничего Позорище. Кроме пера ты в жизни ничего не видел. Ты шутить со мной вздумал? Я тебя вообще Никто могу из любой серии вычеркнуть, понимаешь? Никто. Никто. Я предлагаю, кстати, пойти и нажраться потом просто, все вместе. А морду набить? А потом найдем, кому морду набить. Я Что-то буду все. Драться с тобой, драться! Зачем? Зачем со мной же? Не найдем, кому морду набить, что ли? Ладно, пошли, давай другой... По-моему, там По-моему, что-то происходит. Я знаю, кому найдем, набьем морду. Подожди, пошли. Я вижу, вижу. Пошли бить морду. На себя посмотри! Я на себя смотрю, идиотка! И вы идиоты! По-моему, она взяла от нас Яблочко все лучше. Яблочко от яблоньки набежин. А что сразу я? Ты же мангака. Кто только что мне заявлял, что он самый главный, самый главный? Это не важно. Сейчас у нас другая сценка будет. Вичтейл. Воронеж, Москва, Краснодар, Азов, Ижевск. Пошли бить морду. Ну ты это сказал. Аплодисменты жирнее, жирнее, страшнее аплодисменты. Идиот! Ну вот, снова учеба. Чем бы интересно мне заняться? Принцесса я освободила и ведьму победила. Тебе скучно? Жизнь кажется серой и бессмысленной? Тебе не хватает острых ощущений? Я знаю, чем тебе заняться. Тебе надо заняться этим. Компания добрых и разделяющих твои увлечения людей. Это красивые костюмы на красивых людях. Это подарит тебе признание и всенародную любовь. Это место, где всем весело без алка. О да, это то, что мне нужно. Я Лиду, и я буду заниматься этим. Думаю, вам интересно, на чем я вас здесь собрала? Отвечу. Начиная с этой минуты, мы будем заниматься этим. Мы будем заниматься этим. Разговорчики в строю. Наша цель – заниматься этим лучше всех. Короткая школьная форма. Чулочки. И волшебные жезлы. Красивые, мускулистые парни. Баскетбол. И, наконец-то, как бархат среди кабардино. Трогендер среди кроссплея. Мы можем делать это так.
кто-нибудь помочь. Кто-нибудь более опытный в этом? Юные леди, позвольте предположить, что я именно тот, кто вам нужен. Я занимался этим, когда вы еще ходили пешком под стол. Я занимался этим один и с друзьями. Я занимался этим с совершенно незнакомыми мне людьми. Ради этого я ездил в другие города. Я делал это на камеру и выкладывал на YouTube, да черт возьми. Я могу заняться этим с любой из вас. Или со всеми сразу. Прямо сейчас. Только ведь мы этим никогда не занимались. И не знаем, как начать. Ах, леди, не стоит так переживать. Начать самое простое. Главное решить, как вы хотите заниматься этим. Я знаю, нам надо сделать сценку. А что, все орги любят сценки? Чтобы такую трагичную и минут на 40, чтобы весь зал обрыдался и аплодировал стоя. Сценарий кто писать будет? И пяти слов не свяжешь. Ну, я... А давайте споем. Я уверена, что мой прекрасный и неземной голос заставит уши зрителей кровоточить. Мы можем поставить танец с акробатическими элементами. Да я готова первая расписаться на память об этом танце на твоем гипсе. Ну, раз вы ничего не умеете, то вам прямая дорога в дефиле. Но и дефиле нужно репетировать. Малюсенький секрет. Я знаю, с кем надо делать это, чтобы выступать на фестивале. Это просто абсурд!
встречаем следующих участников! Аплодисментами встречаем. Молодцы. Пацаны, перестаньте. Начинаем уже. Жиртрес, какого черта ты опять все испортил? Картман, ну ты свинья. Заткнитесь! Заткнитесь все! Это все из-за тебя, жидовская морда! Я перенервничал из-за тебя, еврей! Нельзя же себя так вести. Сволочь! А нет, показалось. Вы не понимаете, вам не нужно ссориться. Вы же друзья, а дружба – это чудо. Хотя нет, это для маленьких девочек. Ой-ой-ой, детишки, о чем это я? О чем речь? Ах, да, не слушайте меня. Друзья все время ссорятся, но сейчас речь не об этом. Вы же на косплей-фестивале. Вы должны работать слаженно в команде. Ведь командные чувства — это так прекрасно. Вы вроде так и делали, а Жиртрес? Сколько раз говорить? У меня просто кость широкая. Мям, мям, они меня обижают. Что же мы не так сделали? И что вообще такое косплей? А? Дети, успокойтесь, успокойтесь. Сейчас я вам все объясню. Устраивайся на моем леопардовом диване. Я расскажу тебе, что такое косплей, деточка. Давай займемся страстным косплеем, детка. Затяни на меня кринолин, малышка. Берешь мой парик, карамелька. Вот здесь и здесь наложи на меня грим, деточка. Да, да, мы все поняли. Пацаны, бежим быстрее, найдем себе нормальные костюмы. Мы ведем репортаж из городка Южный Парк, который вдруг буквально накрыла волна увлечений китайскими мультиками среди молодежи. Если ваш ребенок начал говорить «ня», стал похож на косплей, будьте осторожны, скорее всего, он стал аниме. О, Господи, Боже мой, что они делают? Становятся рабами азиатской мультипликационной индустрии. Я не совсем поняла. А вы можете мне объяснить поподробнее? За чашечкой кофе у меня дома. Ну, погодите, тут все ясненько. Дети просто сублимируют свои рациональные фобии. А это, конечно, нехорошо. Понятненько? Да, нет, ясненько. Батюшки, поросеночек, не надо сублимировать. Иисус смотрит на тебя даже когда ты один в комнате. Сейчас мы видим день самого последнего года Южного парка. Скажите, как вы относитесь к тому, что все дети вашего возраста стали аниме? Почему вы пришли на аниме-фестиваль? Разве годы не считают аниме-конформизмом? Знаете, а я настолько ультра-мега-нон-конформист, что... не. Детишки, сейчас, чтобы вы не скучали, перед вами выступит самый смешной человек нашего города. Встречайте Джимми с его стендапом. Здравствуйте! Моя замечательная публика! Сейчас будет обалденная шутка! Вы просто сейчас от смеха попадаете! Наруто закончился! Да, да, давайте похлопаем! Open Gangnam Style. Gangnam Style. Oh, 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 oh.
Шеф, все как ты и сказал, популярный косплей. Вы же на аниме-фестивале. Тут нельзя одеваться такими вот всякими, кем захочешь. Тут ни в коем случае не думайте показывать сценку по мотивам американского мультика. Да не важно, Кенни! Мало ли, что ты хочешь с кринолинами сделать! Нам нужен пафос! Любая сценка от этого только выигрывает! Кенни, принеси фейерверки и стой лужа бензина! Сволочь! А нет, снова показалось. А тебя совсем нет толку! Так, а что это мы тут все собрались, значит, а? А что это у нас тут происходит, а? Фестиваль японской анимации. Почему общественный порядок нарушаем? Зачем тут такая толпа? Сколько вас тут? Больше трех? Хотите митинг устроить? Нет-нет, что вы, дети всего лишь хотели повеселиться. Повеселиться? Может, это шествие по городу устроить хотите? И будете выкрикивать антиправительственные лозунги? Давай, расходитесь. Эй, да расслабься, не напрягайтесь. Почему на моем участке сговаривают полотенце? Непорядок. Выпить не хотите? Вот если серьезно, сегодня мы многое поняли. Полотенчик хотел сказать, что не так уж и важно, если у вас неправильный косплей, что у вас не каноничные парики, нет чулок, не отрастает плащ и не оттянуты кринолины. Косплей – это не то место, где вы показываете свою важность. Это не 100-метровка и не соревнование. Главное – получать удовольствие. Сволочи! Они убили Кенни! Сволочи! Номер объявить очень легко, когда у тебя есть программа шоу. Города: Саратов, Ульяновск, Калининград. Номер называется «Джосюна Блюз» и исполняет для вас Рюичи. Аплодисменты! Вот как хорошо, когда дур нет на сцене. Нандомо да соло, кукурмита монса.
あそこの旅館どもがまた変態揃いでね、ことあるごとに口を片手に言っても勝者、まったく人権なんてあったもんじゃない、けれど今探したままにしてもしょうがないじゃないか、круто поет, отлично, вообще супер. Так, ну что, все, все, отлично, значит у нас так. Второе деление кончилось, антракт. Вы вкусно поели. Вы посетили туалеты. Вы купили много, очень-очень много фестивальной продукции. Вы прыгаете от нетерпения, желания посмотреть третье отделение, которое начинается прямо сейчас. И отлично, 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 у нас очень быстро перерыв закончился, перерыв был отличный, зрители, вы вовремя собрались, супер, хорошо, рады видеть вас снова в этом зале, и у нас начало третьего отделения, дефиле! А это еще... Дефиле. 90-е годы. Телевидение. Что происходит? Так, так, так. Микрофон взял. Шляпу. То есть шляпу взял. Все в порядке. Так, меня ждут мои дети. Джунгли зовут. Наше время. Аниме-фестиваль. Ой, ну зачем? Ну зачем мы связались с этим аниме-фестивалем? Ну как, чтобы пандануться! И бабла срубить! А ты? А ты чё? Что? Кимоношечка! И это вообще был риторический вопрос. А что это у вас такое? Как что? Машина времени? Прям как в аниме. Микроволновка, банан. Банан? Сотовый телефон. Нажимаем кнопку и... А? Вы что сделали? Тут только что стенка была. Thank you.
Ямаха Ясибара, да мы же на телевидении 90-х. Ой, но самое главное, чтобы нас никто здесь не увидел. Но мне показалось, я видел мужика какого-то в шляпе. В шляпе, говоришь? А, по-ярски, что ли? Да не, не в такой. Не, ну во попали, во шляпа. В это время, в нашем времени. Где это я? Люди в костюмах. Зрители. Наверное, на съемках какой-то передачи. Ну и как нам быть без ведущих теперь? А смотри, дяденька в шляпе с микрофоном. Ой, а как вас зовут? А вы случайно не ведущий? Дядя Сережа. Ведущий. Хватаем! Цубаса Хроникл. Вас на нашей телепередаче «Угадай мелодию». С нами сегодня симфонический оркестр Республики Беларусь. А теперь поприветствуем наших участников. Я угадаю любую вашу мелодию с трех нот. А я угадаю любую мелодию с пяти нот. Ой, ну с семи-то нот я точно угадаю, ставь. А что это за мелодия такая? Что-то непонятно. О! Что, где, когда? О, так вот. Сейчас мы эрудиции для бантанёвку. Срубим бабла, а нас напустят. Не беспокойтесь, господа. Для таких знатоков, как вы, работа найдется. Поприветствуем нашу команду. Ральф. Маджи Лабиринт оф Мэджик, Махо Сёдзе Мадока Маджика и Ван Пис. Прощайте, волчок!
Сектор Суперблиц. Играет один знаток. Вопрос от девочки Лены из Ростова-на-Дону. Сейчас мы увидим ее фотографию. Уважаемый знаток, что, в смысле, кто в черном ящике? Ну, блин, я так больше не могу. Надоели мне эти телевидения 90-х, то надо срочно убираться отсюда. Вам бы только убираться отсюда, но мы же еще столько много интересного не увидели. Давайте еще пройдемся по студиям. Может, на передачу про это? Вам бы только про это, а? Нет, сначала мы посетим передачу «Любовь с первого взгляда». Себе Рейн и Макрос Фронтир. My angel shining in my heart, kiss the kid of your world. Идолимашом, да и сетна моно. Бушали my song, кизацука кото. Сегодня у нас совпали три пары. Молодые люди, забирайте своих невест. Привет, красавица. Пойдем. А чем мы будем сейчас заниматься? Моим любимым делом – экспериментировать с податчиком. Вдруг он помнется. И скажи эту фразу еще раз. Мой податчик сильно бьется. Мой. А ну прекрати, не смей заставлять ее пошли, извращенец! Не, ну вонючки, да? Себе, значит, девушек нашли, а я что, без пары останусь? И тут он понял, куда попал. Ты будешь моим, да? It's a trap! It's a trap! Нет, ну это беспредел какой-то, отсюда точно нужно уходить. Ну, как мы отсюда выберемся? Нам же нужна микроволновка, сотовый телефон и банан. Да откуда же мы банан найдем на телевидении? Так, ну, сейчас я скажу, сейчас подумаю и скажу. Банан на телевидении, банан на телевидении. Ой, да в любой передаче про животных. Да? Ну, что ж нам делать-то теперь? Уважаемые гости нашей телестудии, здесь нет передач про животных, здесь показывают кино. А какое? Кино! Я понял! Star Wars! С натуральным экстрактом орхидей. Поболив. Это как-то странно, но мне кажется, вот это-то настоящий мужчина, настоящий. Можно вас? В смысле, пообщаться? Куда? Куда пообщаться? Спасите! В наше время. Значит, вы делаете фестиваль. Что ж это ваши мужчины вас так подводят? Ой, да какие там мужчины? Так, мужчинки. Им нет веры.
Заметь, все организаторы у нас девушки. Да, вот девчата у нас то, что надо. Гандам на ходу остановят. Саске в табло надают. Ох, да что я вам рассказываю? Сейчас все сами увидите. Mortal Kombat и Tekken. Следующие в нашей передаче «В мире животных». Ух ты, в мире животных! Как же тут понтово-то! А где животные? Да, где животные? Мы можем соответствовать им. Давайте будем пытаться маскироваться, ну, чтобы не отличаться от местной среды. Давайте, замаскируемся. Давайте сюда попробуем. Отлично. Наступило время приключений с животными. Adventure Time. Да ладно, пойдем там сядем. Следующая наша зверушка – Гуррен Лаган. А вот редкий вид – Дог Дейз. На том утёсе мы видим рыбку Поньо. Тёмные и светлые лолиты. Смотрите, как они жмутся к зайку. Очень пугливые животные, поэтому постарайтесь не пугать их вспышками, а лучше понаблюдайте. Камисама, аджинимашта. Еще животные. Дальше у нас Рагнарёк из семейства Задротусов Обыкновенус. Это похоже самка. С палкой. Да. Замечательная самочка. Ну и наконец последнее животное. Самурай Сентай Шинкенген. Ну, по-моему, жопа похож. Похоже, что мы радышку, красный штанишка. До новых встреч, друзья. Ну это какая-то неправильная передача про животных, и банана у них нет. Нет, ну что вы хотели? По-моему, обезьян здесь не было. Все только сплошь цивильные ребята. А если зайти на какую-нибудь другую передачу? Мне кажется, я знаю, про какую сказать нужно. Ну да, я слышал, что у них как раз сегодня проблема с ведущим. Он пропал куда-то. А мы что, не ведущие, что ли? Мальчики, покажем класс. Подойдем. Там крокодилы, львы и гориллы, слоны и пантера в заросли ждут. Если ты смелый, ловкий и умелый, джунгли тебя зовут. Здравствуйте, дорогие детишки! Сегодня против вас играет команда хищников. И команда чужих! Стоп, какие чужие? Вы что, обалдели? Ну как, какие? Ну это типа...